сообщает ТАСС, что зампред Совета Безопасности РФ считает, что с РФ готовится Германия к войне. Ничего себе перспектива. Да. Усилия по клипу записи с призывами понять пословицу: когда в хвосте начало, то в голове мочало. Увеличить надо мне вдвойне. Хотя знаю, что понимание ее недоступно даже для научного большого любого в мире коллектива. Но что поделаешь? Делай, что должен. Пусть будет, что будет. Тем более вот в таких вот обстоятельствах.